хотя бы поесть называется. Как я люблю, когда мама вот так кабачки жарит. У меня дома мало кто ест кабачки, поэтому я редко их готовлю. Вот, но у мамы грех не поесть такие кабачки. Смотрите, какая красота. Я сейчас у мамы хочу, когда она улетит, взять на тестинг аэрогриль. За полчаса просто вот такой хрустящий цыпленок получается. То есть очень быстро, да, и хрустящий, внутри нежный. Поближе на тебя подвинуть, Лёв. Давай попробуй. Такое классное, трогаешь, оно открывается. Это просто вообще, какая корочка. 30 минут, да? Да, и вот смотри, видишь, режирует в этой штучке. Вообще супер. Курочка в гриле прям получилась. Кайф. Я вот так люблю делать, смотри. О, слышите, какая корочка? Единственная сложность посещения бабули и дедули, это потом забрать Лёву от них. Он не хочет уходить просто. Вот так. Вот так. We were gonna be champions. Мы с вами приехали в Леруа вдвоем, подбираем контейнер. И Илья сказал улыбаться. Подбираем контейнеры для кладовки. Хотим навести порядок в кладовке. Вот разные тут есть, но вот нам понравилось, что те абсолютно прозрачные. Хотя по качеству, конечно, вот эти покруче, но нам нужны прям прозрачные, чтобы все видно было. Так, может, не сильно заметно, но мы перебрали вещи. Очень много отдаем чего. Подписал все Илья. Вот так у нас здесь колеса, игрушки. Велики вот здесь подвешенные. Мы хотя бы теперь можем здесь ходить, потому что до этого ходить невозможно было. Буду готовить круассаны с красной рыбкой. У меня тут круассаны, авокадо, творожный сыр, скрэмбл, листики салата. И самый главный ингредиент – это семга слабого соления. Все, начинаем готовить. Разрезаем круассан вот так, смазываем творожным сыром. Сверху выкладываем красную рыбку. Смотрите, какая она классная, мясистая. Дальше у нас идет авокадо, омлет и листик салата. Все, наш круассан готов. Это очень вкусно, быстро и просто. Лёв, убери руки. С моего пульса я уже слишком жива. Это увлекательный был аттракцион. Так еще никто не шутил, как я и он. Какая в атмосфере? Словно пепел сгораю. Ты тянешь меня, вот а я мою тебя раем. Лёв, не переживай. Все переживет, я найду нам чай, все будет хорошо. Лёва, держись. Я и держусь, тут нету. Я никакого. Да? Да. Лёва. За красного, да. Да, давай. Сейчас покажу тебе это красное привидение. Давай, иди за мной. Ай. Ай, как ты? Опа, я тоже отсюда. А
обычно красный придатель. Ну, пошли искать красного. Так вот он же, он притворился в зеленом. В зеленом костюме, он красный. Вон, увидела классный вариант завтрака у одного шеф-повара. Давайте вместе приготовим. Растапливаем сливочное масло на сковороде, выкладываем сверху колбаску, у меня итальянская, взбиваем 2 яйца с солью и выливаем сверху нашей колбасы. Оставляем все на минутку-полторы, а дальше сверху посыпаем тертым сыром. Сверху мы выкладываем лепешку, слегка прижимая, и все отправляем под крышку на пару минут. Почти готово. Вот такая вот красота у нас получилась. Теперь делаем с одной стороны надрезик и складываем подобным образом. Можно прям так подавать, но я еще разрезала, чтобы показать вам, какая вкуснота. Уже какая трава, цветочки. Уже не просто даже почки, а прям листики. Вот кусты тут вообще просто уже все прям зеленые. Так незаметно, и наступила весна. А там нарциссы распустились, смотрите. Вот. Гуляли и встретились с родителями покушать пиццы вкусной. Кулёва его любимая пицца вот такая. Киндер. Сосисками с картошкой фри. Что, тебе жарко стало, Лев? Какой-то мокрый. Лёва, смотри. Лови мяч. Деду, я хочу один. Почему один? То есть тебя одного хотят везти? Да. Ты будешь там один? Да. Лев, серьезно? Да. Но ты дома не можешь побыть без дедули? Лепит из такой вот полимерной глины. Она очень похожа на наш классический пластилин, но она запекаемая. Вот, то есть ее потом можно сделать фигурку и запечь, и она будет твердой. Левик лепит подарок для Кирюши на день рождения. Он опомнился, выбежал, говорит: мама, мне же нужно что-то Кире подарить. Вот решили, что он ему что-нибудь слепит. Да? У нас из этой глины вон уже сколько. Из обычного пластилина Лёва тоже любит лепить, но фигурки плохо сохраняются. А из этой полимерной глины отлично. Ну, максимум, что маленькие детальки отламываются. Вон у нас сколько там всего налепленного уже. И мной, и детьми. Страшно? Это что, не страшно? Ну, чем это? Ну, все, по-моему. Нашел записку? Смешайте! Давай. Нашел записочку в шариках. Ой. Загляни под диван. Загляни под диван. И сейчас... Лёва! Ты пускай помогай. Подарки. Доставай. Да. Доставай. Ого! Ого! Будешь мне помогать распаковывать? Да, конечно. Можно, да? Да. Ну, друзья, давай. Давай.
Спасибо. Вау! Крутые. А инструкция тебе случайно не нужна? Инструкция. Тут реально инструкция есть. Давай, распаковываем. Рвите прям. Рвем. Вау! Вот это круто прям. Вау! Ну как тебе? Очень круто. Мне кажется, такого ты не собиралась. Да, такого нет. Это картина такая. И будет красиво. Ты же любишь интерьерное. Да. Спасибо. Ты узнал? Да, возможно. Вау, спасибо. Это самая новая форма сборной России. И это что? Открывай. Это как раз мне сейчас на треньку, да, ходить. Все твои желания, все твои, все это просто исполнялось. И ты был... Новый гость. Спасибо. Привет. Слушай, у меня дежавю, у меня точно такое же есть видео с прошлого года. Я реально сейчас только поняла. Хорошая карьера у тебя. И, понятное дело, чтобы этот клёв у тебя не бить. Смотри, какая форма у Кирюши. Ничего себе, Жинка. Сборная России. Сборная России. Кирюша! Ого! О, ролики! Да. Спасибо! Ура! Только сразу не надевай. Едет сейчас. Спасибо. На день рождения сына для домашних посиделок мы выбрали торт Сникерс. Но декор был не очень симпатичным, поэтому я решила его переделать. Для начала я совместила два тортика в один с помощью карамели с арахисом. Ну а дальше мне нужен был крем для обмазки тортика. И он у меня не получился, оказался слишком жидким. Но потом я все-таки нашла хороший рецепт, оставлю его в описании. И крем получился нужной консистенции. Для цвета я добавила краситель. Обмазку тортика делала первый раз, поэтому не судите строго, идеального варианта я не добивалась. Ну а дальше я украсила тортик декором, который заранее заказала. Вот такой тортик в итоге получился покупной, но с частичкой моей души точно. Главное, сыну понравилось. Давай, помогай, Лёв.